Добрый день, меня зовут Джон Гаспарини, я директор средней школы Branksome Hall Asia. Я был директором уже 6 лет, а также я соучредитель средней школы с 6 по 9 класса. Я очень рад рассказать вам о том, чем мы занимаемся. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Я расскажу немножечко о нашей программе, и я также буду очень рад ответить на все ваши вопросы, которые возникнут в рамках вебинара.
Сейчас посмотрели небольшое видео нашей школе из-за коронавируса. Одна из наших школ была закрыта. И поэтому нам пришлось разрабатывать наши онлайн-платформы для обучения студентов и учителей. Это был очень тяжелый год, и он предоставил нам много вызовов, но это также и хорошо для нашего развития. Сейчас мы с вами начнем. Не совсем тот слайд. Сейчас переключим на начало. Немножко посмотрите на мою презентацию до того, как я запланировала это. Также напоминаем, что можете писать у нас в чате, если у вас возникнут вопросы. Попробуем сейчас еще раз запустить сначала. Итак, хочу немножко рассказать о нашей школе, о нашей программе, для того, чтобы вы смогли понять, что такое быть студентом Brings Malaysia. Мы стараемся развивать образовательное сообщество, где студенты могут стать уверенными лидерами, которые могут развивать свои увлечения. Наша школа была основана в 2012 году, 8 лет назад, и она является сестринской школой Brings Hall в Торонто, в Канаде, что позволяет нам очень часто участвовать в программах обмена с этими студентами в 9 классе, для того, чтобы наши девочки могли развивать свои навыки и в будущем создавать лучший мир. Что-то сегодня с презентацией немножко. Студенты наши, представители нашего студенческого сообщества, 88% из них корейцы, 9% представляют Китай, 3 также различные другие национальности. Учителя представляют 23 различные национальности, и у нас 120 учителей. Мы авторизированная школа по программе международного бакалавриата. Также мы находимся под нашим министерством образования. Студенты получают диплом международного бакалавриата, а также корейский официальный диплом об образовании. Мы находимся на Джеджудо. Это большой вулканический остров, который находится к югу от корейского полуострова. Это очень красивое место. Наша школа окружена уникальной природой. Наш остров известен больше одной известной группы женщин, которая в 2016 году открыли определенный природный ресурс, и это был признан достоянием ЮНЕСКО. Общественная школа, государственная школа в Южной Корее в целом фокусируется на науках и на математике. Культурно наша образование всегда считается самой важной ценностью. И государство тратит на образование больше, чем любая другая нация. Многие родители понимают какие-то определенные недостатки государственной системы образования, так как она остается довольно традиционной. Очень большие учебные классы в средней и старшей школе.
оценивание происходит только через экзамены, и многие родители думают, что это не идеальный способ подготовки студентов к университетам и к будущей работе. Поэтому многим необходимы перемены. Наша школа предлагает более прогрессивный подход в сравнении с государственной системой. Мы фокусируемся на студенте. И на практическом обучении. Также процесс оценивания у нас гораздо более разнообразный. Они сдают определенные экзамены, но также они участвуют в индивидуальных и проектах. Мы фокусируемся на их навыках письма и на улучшении их навыков. Мы считаем, что очень важно развивать креативность, искусство, а также, конечно, науки. Наши студенты готовят собственное портфолио, визуальное портфолио, а также музыкальные продукты. Они занимаются театром и в научной сфере также работают над собственными проектами. Это один из примеров того, как какими средствами мы пользуемся в рамках наших уроков. Мы стремимся к тому, чтобы обучение больше было основано на практических примерах, то есть они вместе сейчас работают над тем, чтобы понять, как работает кишечник. Все основано на исследовании, больше, чем на изучении учебников. Это помогает им развивать их знания, языковые навыки, и, конечно, это гораздо более интересно. Каждый день, это вы можете увидеть наше видение, каждый день мы стараемся вдохновлять девушек на то, чтобы любить обучение и формировать лучший мир. Для этого у нас есть некоторые моменты нашей миссии, это инновация, забота, развитие возможностей, сервисное обучение и расширение прав возможностей. Расширение прав возможностей — это один из наших важных моментов. Здесь вы можете увидеть девушку, которая училась в нашей школе, которая давала выступление на TED Talk в нашей школе. Она 8 лет находится в инвалидном кресле, и мы стараемся, чтобы все наши студенты имели возможность быть лидерами, выступать и пробовать новое. Технология отличает нас от многих других школ. Мы верим, что это очень важно подготовить наших студентов к технологичному миру. Для этого мы очень много инвестировали в программное обеспечение, в технологии, а также в трудовой персонал. У нас есть системные администраторы, IT-программисты, а также те, кто внедряют технологии в процессы обучения. Наши студенты изучают огромное количество необходимых навыков. Это программирование, робототехника, 3D-моделирование, дизайн, а также грамотность в цифровой среде. В январе на церемонии награждения школ в 2020 году в Лондоне наша школа вошла вместе с Международной школой Швеции и Сингапуром в список инноваторов будущего и получила награду. Мы хотим, чтобы студенты развивали необходимые требования для того, чтобы быть цифровыми гражданами будущего. Для этого наша команда технологов провела год, развивая определенную программу, которая называется EI-12 ICT, развитие информации и коммуникации. Наша программа также включает в себя фирменные программы, в которых самое важное — это междисциплинарный подход на базе юнитов.
Эти юниты помогают внедрить исследовательский подход студентов для того, чтобы они могли затем развивать свой практикоориентированный подход к обучению. Важно для наших студентов в рамках этих юнитов затрагивать темы, которые действительно происходят в мире. Например, каждый год в 9 классе мы проводим юнит, посвященный ветряной энергии, и студенты из Канады приезжают к нам в Корею. Вместе с студентами они изучают ветряную энергию, а также проектируют лопаты ветротурбин для того, чтобы понять, как работает энергия на нашем острове. Они моделируют, изучают выходную мощность этих лопастей, и для этого им нужно привлекать все свои знания в науке, математике, дизайне, проектировании, для того, чтобы они смогли построить прототипы ветротурбин. Вы можете здесь увидеть, что междисциплинарные навыки как раз применяются на данном примере. Мы можем сейчас посмотреть небольшое видео, которое отражает этот проект. Here you can see one of our science teachers who helped build a very large testing wind tunnel that we use to test wind turbine blades. And you'll see later the girls developing their turbine designs.
Sorry. Прошу прощения. Sorry about that. Прошу прощения, бывают небольшие технические неполадки. Четвертая наша ключевая тема — это забота и развитие культуры заботы. В наших классах, в начальной школе, в классе будет находиться 16-18 детей, в 1-5 классе 20 студентов, и с 6 по 12 класс 22 студента. Соотношение учителей к ученикам 1:7, и наша команда включает не только учителей, но также советников по социальной работе, специалистов в области обучения, учителей физкультуры и университетных советников и так далее. Мы работаем все вместе для того, чтобы создать взаимосвязь и помочь каждому студенту. Вы можете увидеть наш небольшой марафон, который мы организовали для исследования в областях рака. Сейчас я покажу вам фотографию марафона, о котором мы говорим. Поставьте плюсик, если вы видите презентацию. Отлично. Другая тема, о которой мы хотели бы поговорить, это «Дороги нашей возможности». Как мы уже сказали, наша программа использует программу международного бакалавриата на всех уровнях. Это начальная школа, средняя школа и также старшая школа. Основная цель данной программы — это развитие навыков лидерства, креативности, а также soft skills для того, чтобы они могли быть конкурентоспособны в будущем, где будет больше взаимодействия с технологиями. В средней и старшей школе все наши девушки получают преимущество нашего обучения. В 2018 году, согласно исследованию Университета Калифорнии, которая проанализировала готовность студентов продолжать обучение в университете, было обнаружено, что девушки гораздо более уверены в своих знаниях, они более вовлечены в работу сообществ и готовы к дальнейшему обучению в университете. У нас есть советы по поступлению в университет, и родители часто пользуются этим, мы понимаем, что это для них очень важно. Многие университеты высылают запросы на наших студентов. Куда поступают наши учащиеся? Это зависит от года, но в примерном процентном соотношении 45% отправляются в США, 20-25% в Канаду,
12-15% Великобритании, 2-6% в Австралию и 2-6% в Гонконг. Родители являются ключевым фактором нашего сообщества в обучении. Мы регулярно общаемся с нашими родителями. Еженедельно происходит родительское собрание, где они могут рассказать о своих обеспокоенностях, и мы также вовлекаем их в процесс обучения в наших программах. У нас есть информационные часы для родителей, где мы рассказываем о том, как родители могут поучаствовать в обучении детей. Один из сложных моментов данного общения в том, что родители говорят часто на разных языках, на китайском, корейском и английском, поэтому с переводом иногда возникают, конечно, проблемы. Так как мы сказали, что мы больше интересуемся на практический подход, мы хотим, чтобы у наших студентов был индивидуальный подход к обучению. У нас 4 урока в день по 80 минут. Есть ежедневный обед, перед которым или после которого происходит совет, где девушки могут посоветоваться со своим учителем. Также у нас есть неклассная деятельность. У нас в среду, как вы можете увидеть, наш совет немножко продлевается. Мы обсуждаем культурные вопросы и различные вопросы, касающиеся обучения. У нас есть физическая программа, которая называется Move It Monday по понедельникам. Вы можете увидеть здесь зеленые уроки, они называются Flex, проходят с 3 до 3.30. В это время студенты могут обратиться к тем учителям, пойти на те уроки, где им необходима дополнительная поддержка. Если им не нужны дополнительные занятия, то они могут просто делать свою домашнюю работу в это время. Я немножко расскажу о средней программе обучения. С 6 по 9 класс проходит 4 раза в 2 недели. Наша школа предлагает 2 языка. Английский и корейский, или английский и китайский. К сожалению, мы не можем предоставить им возможность выбрать третий язык. Гуманитарные науки проходят 5 раз, включая в себя географию, историю, бизнес и экономику. Естествознание включает в себя химию, биологию, изучение окружающей среды, общества, проходит в лабораториях, где дети могут заниматься экспериментами. У студентов средней школы 5 уроков, посвященные физической активности, 4 дизайна и 6 искусству. Искусство включает в себя визуальное искусство, театр, музыка. Все девушки с 6 по 9 класса обязательно должны ходить в бассейн, как часть нашей программы, посвященной водным видам спорта. После того, как они заканчивают среднюю школу, они все профессиональные пловцы.
Сначала некоторые родители были против обязательного посещения бассейна, но теперь они понимают, что их дети будут чувствовать себя в безопасности в воде в рамках этой программы. Самый важный момент — это то, как мы относимся к английскому языку. Это первая причина, по которой родители отправляют детей в нашу школу. Все занятия проходят на английском языке, кроме корейского и истории Кореи. Это позволяет студентам хорошо владеть английским языком. Наша школа принимает студентов с разными возможностями в языках. Для некоторых из них английский — это их родной язык, для других — это совершенно новый язык. Несмотря на их начальный запрос, наша цель — это развить все навыки, включая чтение, слушание и разговор на английском языке. В нашей школе философия нашего обучения состоит в том, что каждый учитель нашей школы должен быть языковым учителем. Наука, математика или физическая активность — все эти уроки должны быть связаны с языком. Мы проходим программу EAL в рамках профессиональной квалификации и повышения квалификации наших учителей. И наша команда состоит из специалистов данной программы. У нас есть два основных направления в обучении языка. Все наши студенты с совершенно разными возможностями, как мы говорили. И что касается наших двух направлений, одно из них — это развитие навыков. И параллельно ему происходит обучение английскому языку и литературе, где мы больше фокусируемся на литературных темах и анализировании текста. Оба курса включают в себя и грамматику, и обучение, и письменные жанры. Если в шестом классе студенты изучают юнит по мифологии, второй курс будет также проходить данную тему. Тридцать-сорок процентов наших студентов повышают свой курс и уходят от просто языкового обучения английскому к изучению языка и литературы. Если они готовы поднять свой уровень, то их сразу же принимают на тот курс. Так как темы взаимосвязаны, это позволяет им легко переходить от первого курса на второй. От простого языкового освоения к освоению литературы. Мы очень внимательно следим за ростом наших студентов. Поэтому мы проводим довольно много процессов оценивания. Мы создаем профиль каждого студента, где учитываются все его навыки в чтении, письме, разговоре и слушании, в который входят данные с трех основных моментов. Это тесты, VIDA-тест или MAP-тест,
работа в рамках занятий, то есть оценивание на уроке. Также там учитывается развитие их родного языка, например, корейского, китайского. Это позволяет ставить конкретные цели для улучшения навыков языка наших учащихся. Мы также делимся этой информацией с родителями, студентами и факультетом. Около 50% наших студентов живут с нами, так как у нас наша школа является школой-интернатом. Мы стараемся создать атмосферу дома для наших студентов и относиться к каждой из них, чтобы у них развивалась независимость. Соотношение учителя к проживающим студентам 1 к 10. Все эти учителя, которые руководят общежитием, имеют степень, у некоторых из них степень магистра. Мы нанимаем их со всего мира для того, чтобы у наших студентов была возможность обмена опытом и возможность узнать больше о жизни в других странах. 32% в нашем интернете представляют 6-9 класс, 60-10-12 класс. В каждом доме есть общее место, где они могут заниматься различными групповыми проектами, встречаться. В средней школе у них есть сосед, то есть они живут вдвоем в одной комнате, где есть гостиная, кухня и ванная. В старшей школе это уже отдельная комната с собственной ванной комнатой. Это позволяет им развивать личную жизнь, а также быть вместе со своими соседями по этажу. Наши советники по продолжению обучения в университете каждый вечер находятся в школе и помогают нашим студентам старшей школы. Мы стимулируем выбор наших студентов через обязательные и факультативные занятия, которые позволяют им принимать собственные решения и развивать лидерские навыки. Наша социальная программа включает в себя совместные ужины с семьей, ремесло, спорт, физическую деятельность, а также исследование красоты нашего острова. Программы обмена, которые у нас есть, это очень особенный опыт для наших студентов 9 класса. Все студенты 9 класса на 3 недели в октябре едут в Канаду. В марте студенты из Канады приезжают к нам. На неделю они все участвуют в междисциплинарной программе обучения. Опыт наших девушек в области обучения фокусируется очень на том, как происходит обучение Brinksome Hall в Канаде, в Торонто. Там они очень много времени проводят на свежем воздухе, как можете увидеть. Они ездят в рамках этой недели на природу вместе с палатками. Также они могут очень хорошо попрактиковать свой английский язык. Еще одна особенная часть — это участие в нашей программе, которая называется CASE, посвященная креативности, деятельности, помощи и обогащению. Проходит с 1 по 12 класс в неделю. Минимум каждый студент должен заниматься 4 часа данной деятельностью. Иногда больше.
с 3:30 до 5:30, иногда на выходных, со вторника по пятницу, они должны заниматься данной деятельностью. Некоторые примеры этой деятельности — это театр, фотография, дискуссионный клуб ООН, Академия робототехники и выступление TED. Это только некоторые из них. У нас более 120 дополнительных внеклассных занятий. И все они разделены по сезонам: осень, зима и весна. Наши студенты, конечно, могут поучаствовать в наших спортивных командах. Это плавание, футбол, баскетбол, волейбол, гольф. В средней и старшей школе. Некоторые примеры обслуживания и помощи — это то, как вы можете увидеть, наш студенческий совет, и можно присоединиться к ним, присоединиться к целям нашего устойчивого развития в рамках ООН. Также у нас есть музыкальный клуб, который помогает нашей системе здравоохранения. Они предоставляют различные музыкальные концерты в больницах. Наши девушки как раз вот до ковида путешествовали в Вьетнам в рамках данной программы. Один из вариантов расширения прав и возможностей, которые могут воспользоваться наши девушки, это клуб по IT, по программированию, по письму. Они также могут начать писать. Мы очень хотим, чтобы они с самого раннего детства поняли свои интересы, свою страсть. Спасибо за то, что вы послушали. Я снял это видео сам, и немножко помогли его смонтировать, оно нигде не опубликовано. Я попытался показать вам и дать вам небольшой тур по нашей школе, для того, чтобы показать основные ключевые моменты нашей программы, которые мы предоставляем в туре. Я хотел дать понять... тот факт, что наш кампус довольно открыт. Вы увидите наших учащихся, которым комфортно, которые действительно занимаются и вовлечены в то, что делают, в науки, дизайн. Мы даем им свободу во многих моментах, и я думаю, что это одна из частей нашей программы по расширению возможностей. Вы увидите, что они пользуются оборудованием с уверенностью и понимают, зачем оно нужно. Давайте видео само скажет за себя. И поучаствуем в этом виртуальном туре. For the second half of this webinar, I'm going to provide you with a virtual tour of our campus and show you visually some of the highlights of our programs and give you a sense of the buildings and the facilities that we have at our disposal. Here we are looking out over the forest that surrounds our campus. And as we pan to the right, you can see our school center building, our atrium, and our library building. As we walk towards the atrium, you can see we're a relatively new school. The landscaping is still coming in. To your left, you have the school center where the administrative offices are located. This is also where most of the students enter the school every day. One of the wonderful features of all of our buildings is the construction. The glass provides so much light. The spaces feel open and airy. This is our atrium, our school center atrium. It's an open three-story structure with walkways and stairwells.
And as we pan to the right, we're going to walk toward the library. The library has become a focal point for all of our programs at our school, from junior school all the way up into senior school. Students use it all the time, from morning till the evening. We walk in. There's our head of senior school waving. We're about to enter one of the interesting pod spaces that we have for students to read and for teachers to read to large groups of students. Here we have the book stacks and study areas. We have a center for our social counselors and some breakout rooms for students to use when they're doing group work in the library. As we go up the stairs, we're going to enter an area that's mostly used by the junior school. These are all books for young kids. You can see bright and airy space. The stairwells often serve as seating, and students can hear books read by their teachers and the librarians. And out of the windows in the background, you can see the forests that surround the school. As we walk past some of the middle school books, we move toward a room that we call the Green Lamp Room. This is a study area that's used by students during the day, and at night our boarding students come over and they can use this area to study quietly under the supervision of our residence dons. As we leave the Green Lamp Room, we're on the second floor of the atrium, and we're going to walk towards the school center. Off in the distance, you can see the middle school and junior school pods. If you look in the left there in the back, you can see the outline of Mount Hala, the massive volcano that formed Jeju Island. Now we're walking towards the school center. The school center is mostly for teachers and administrators. There are many training rooms and breakout spaces for teachers to use in this building. Here's an open area that's used by our admissions group. And we're about to enter one of the larger training rooms that we use for professional development at our school. It's in this room where we have a lot of PD, both from outside people coming into our campus and also internal PD. And just quickly, here are some of the uniforms that our girls wear during the course of the year. You'll see more about the uniform when we see some girls as we move through the building. Descending the stairs and leaving the school atrium, we're about to go out onto the main pavilion of the school campus. Now, as we leave the atrium, you'll be able to see in the distance the middle school pod right in front of you. That's where my office is. Over here, we have the two junior school pods, the lower and upper junior school pods. And as we walk across the campus in this large basalt pavilion, we're actually on top of the science labs that I'll show you later. They're underneath this large open space. Here to the right, we have the Performing Arts Center, and looking back, the school center itself. As we keep walking, we can see between the lower and upper junior school pods, there'll be a mountain that comes into view, beautifully framed by the two structures. There it is. That's the volcanic dome known as Sangbansan. Very interesting feature geologically of the island. There's the full extent of it. Now we're walking into the middle school pod. This is where the grades 6 through 9 are housed. We walk in. Again, you can see the beautiful natural light, and it's an open three-story structure. We pan up. There's a large structure in the middle of the middle school pod that's used to collect rainwater that helps provide irrigation for the landscape on the campus.
On the fourth floor, we have math and English classes. As we go down to the third floor, we have Korean language and Korean history, all located on the third floor. And we have our vision and mission statements on the walls. On the second floor of the middle school pod, as we peer in here, we're about to enter a humanities classroom. As you can see, the girls are working. We're enforcing social distancing within the classroom as much as we can. And as we go downstairs from the second floor of the middle school pod down to the first floor, you can see student art. We've tried as much as possible to put as much student art up on the walls. And here we enter the first floor of the middle school pod, the design suite, where all of our design classes are taught. In grades 6 through 10, design is a core course within our curriculum. You can see this beautiful space with 5 separate design classrooms and associated workshops. Here we have laser cutters, laser printers. We have students working independently. We use MBOTs for many of our programming projects. We come over here, you can see many of the 3D printers that we use. We have many designs of 3D printers. Students can use them independently. And then we come over and you can see we have a fully stocked wood shop that the students can use with supervision. Here we have a robot arena. That was that large table to the left. As we walk over, this is the classroom of one of our more interesting teachers, Mr. Gao. He likes to grow things with artificial light. Another stack of 3D printers. And here's the design workroom with almost all the tools. Walking through, the girls are allowed to use many of these tools with supervision, but we try as much as possible to encourage them to use the equipment to get their hands dirty. And you can see an example of this as we leave the room. One of our after-school activities, the girls are tearing down a motorcycle and learning how the parts work. And then again, a stack of 3D printers. As we leave the design suite, you can see the design offices. We have 5 faculty members in design. Now we're entering the STEMV area. This is where our science and art classrooms are located. Lots of ping pong tables. The girls love table tennis. Here we have 2 girls using a blue screen. They're preparing a presentation. There's a boat that we've been building on campus. As we walk down, you can see some prototypes of wind turbines to the left or to the right. Here's our sustainability garden. There's nothing in the ground right now. We didn't plant this season because of the COVID outbreak, but next year we hope this garden will be back up and blooming. More girls working independently, blue screen, preparing presentations, I believe for science class. And this interesting structure, this is the wind tunnel that we built for one of our interdisciplinary units of study that involves mathematics, science, and design, where the girls design, build, and iterate their wind turbine designs. And you can see when you look into it, large fans in the back pull air through the structure, testing the power output of their fan blades. Here's a robotics arena. Our girls enter into the first robotics competition. They compete on the mainland regularly. Now we're in the STEMV area. Again, this is where our science labs are. We have 2 science technicians that support our science teachers. And here we're turning into one of our dedicated chemistry labs. We're at the end of the school year here. Most of the lab work is done. Here's another of our chemistry labs. As you can see, they open into garden spaces on their back wall. Here's Dr. Hearn, one of our chem teachers.
I'm filming this on the second to last day of school, and the girls are wrapping up their courses and having some fun. As we leave the chem lab, we walk over to a lab that I used to work in. I joined Branksome Hall as a biology teacher and worked in this lab for 2 years before taking on the head of middle school role. As we walk in, you can see the rooms are bright and light. There's space for 24 students to work. The labs are very well equipped with fume hoods, gas, water, perfect for experimentation. The spaces are also quite flexible and open. Here we have two of our biology teachers taking it easy on the second to last day of school. As we look outside, the biology department's done a very good job of keeping up their garden space. They use a lot of these plants in the experiments that they run in their classes. They collect water. As we go back in, that woman there is actually our head of science. As we walk out, we enter the STEM V atrium area. This is a large open space that's used for large gatherings and displays. This is the remnants of our DP grade 12 visual arts show the students have to put on every year. And we walk over to the arts studios. There's our head of arts in the blue shirt. As we walk in, we're about to join a grade 9 art class, still working hard. It's beautiful spaces, very well equipped, with wonderful spaces for display, for cleanup, and for storage. These studios are used by all the girls grades 6 through 12, but the grade 12 visual arts students often get a designated area in the room where they can work. The girls are doing printmaking, and you can see Mr. Kelly, the teacher in this room, has them hard at work even though we're almost out of school. Behind the art spaces, again, is wonderful green space. The girls look like they're trying to wrap up a big project. We keep walking through. Visual arts is very popular at our school for a good reason. We have excellent teachers. As we keep walking, you may have just seen a number of masks that have been mounted on the wall. There's an interesting story about these masks. These were actually made by the students at home during our online learning that we've had for 3.5 months earlier this semester. We mailed out all the materials to the students to complete those masks. They did them at home in their own kitchens, in their own study areas, and then they brought them into school when they returned to school. This is actually the base of the school center and the elevator that goes up through the school center building. As you can see, the huge clock there, that was the centerpiece of our most recent theater production, Alice in Wonderland. As we walk out of the school center now, we're going to approach the Performing Arts Center. The Performing Arts Center, or PAC, is where our music, drama, dance programs are located, as well as the center for the senior school. We go into the PAC. It's a wonderful space. Here is a large puppet that was created for the Lion, Witch, and the Wardrobe production from 2 years ago. In the PAC, we have several very versatile theater spaces, including Black Box Theater. Here's one of the Black Box Theaters. We walk in. Stands or risers are retractable, but these rooms can be used for all sorts of small theater productions. Sorry about my video editing here. We walk out the back of the Black Box Theater, and we're about to enter into the workshop that supplies all the different theaters in this building with their set. The students do most of the set work here with a little bit of guidance from our staff. It's a wonderful workspace for them and for faculty. And here we come onto this main stage of our
auditorium in the Performing Arts Center. It seats around 400 students. It has a orchestra pit that can be raised and lowered. We've had to change our end of year assembly schedule this year quite heavily because of the COVID outbreak. We normally have our end of year ceremonies in this space, but because of social distancing requirements, we've had to use other parts of the school as well as this. You can see it's a great place to hear live music. The acoustics are wonderful. And now we're about to enter into our dance studio. It's currently being used by a drama class. As we go in, you can see the girls are signing yearbooks as we're in the last days of school. It's a beautiful space, open and light. Now I'm being asked to sign yearbooks, many yearbooks. Ms. Stellwagen, one of our drama teachers, very excited about the end of the school year. Oh, I'm going to have to sign a yearbook for this grade 8 student. The girls have designed, throughout the history of the school, the girls have designed and published their own yearbook. It's not sent out for publication. They do it themselves. They collect all the photos. They do all the layout. And they produce the entire yearbook. As we come out of the dance studio, we're going to take a look out the window here. And you can see around the school, there's been a large amount of development. Those are apartments that have sprung up. Many families that send their kids to our school have bought apartments right next to our campus. As we walk down through the Performing Arts Center building, you can see a lot of white walls. We're still a young school with a lot of wall space, and we need to fill it up with more student work. Here we're descending down past the auditorium of the Performing Arts Center. Again, a lot of open space that we're slowly filling with student work. As we leave the Performing Arts Center, we'll walk outside. It's a spectacular day today. We've been enjoying wonderful weather this spring. We're going to walk across the campus again. You can see in the distance there, flying outside of the middle school pod, the Canadian, Korean, and Branksome Hall flags. We keep walking. We're going to leave the academic portion of the campus now and make our way towards the residential portion of the campus. The two parts of the campus are connected by a bridge. This bridge goes over a large pedestrian pathway called the Pathway of Knowledge that runs straight through the middle of our school and the surrounding developments. In the upper right-hand corner of the image now, you can see our two senior residence houses, those large gray structures in the back. And on the left-hand side is our wellness center. Now we're going to pan over and look back at the junior school pod, the lower junior school pod. You can see there are open playground spaces. There's tennis courts, golf facility there for kids to practice. And in the distance, the buildings on the horizon there are one of our neighboring schools, the Korean International School, another one of these schools that has a campus here on Jeju Island. Now we're walking over the bridge that links the two parts of our campus. You can see the Pathway of Knowledge extending into the distance and up the hill here towards another pedestrian bridge. We look back at the academic buildings. And here we have
the first of the middle school residence buildings. That's Shin Samdang. And in the distance there, you can see Ainslie House. Each of those houses has approximately 80 students that live there during the school year. We're now walking up one of the ramps that's going to lead us into the cafeteria spaces of the school. The girls eat their breakfast, lunch, and dinner here if they're residents, and day girls eat their lunches. We've had to restructure everything about our cafeteria in recent weeks due to the COVID outbreak to promote social distancing. This is the second floor cafeteria space. You'll note the chairs are only on one side of the table. We've reduced the density of students significantly to try to promote social distancing. This is normally the junior school cafeteria space, but we've had to open it up to the middle and senior schools to allow time for all students to eat lunch. We ascend some stairs, and now we're going to go into the larger of the two cafeteria spaces, the third floor cafeteria. It's in this space where the middle and senior school typically eat their lunch. We have four offerings for lunch. Korean food and international line, noodles, and a grill offering every day. As we approach the back wall of the cafeteria, you'll see out this large glass bay of windows, the school's fields, our soccer pitch, and other fields. It's where most of our sports occur, our outdoor competitions. The girls exercise and play there on the weekends if they're in the boarding program. Again, you can see the senior houses where the upper school girls or senior school girls that are in boarding reside. As we walk back through the cafeteria staff are having a well-deserved break, eating their lunch. They're as excited about the end of the school year as we are. We walk back. We've opened up the outside of our cafeteria space so people can eat outside, and the large gardens that are on top of our wellness center. Students and faculty eat out here routinely now. So we go upstairs into the fourth floor of the wellness center. These are our gym spaces. We have three separate full-sized basketball courts. The gym classes are very different now due to COVID. We're not doing activities where the girls will sweat or be in contact. You just saw a minute ago girls practicing meditation and yoga. We're doing that quite a bit in our gym lessons now. Over here, the girls are doing another exercise. Again, we've had to cut back on our PE programming due to the COVID outbreak. We come down into the bottom floor of the wellness center and we enter into our swimming pool area. You can see little kids in the pool. We have a full-sized 50-meter Olympic swimming pool. Our swim team is excellent. Part of the reason why they're so good is they're used to swimming a full length, and whenever we have a competition in a large pool, they generally tend to outcompete the other schools. Our swim program begins in the junior school and runs all the way up to grade 10. In middle school, the girls do 80 minutes of mandatory swim per week. As we leave the swimming facility, I'll show you one of our other multi-use spaces. Here we enter, and you can see that we have the facility to build an ice rink. This is used as a multi-sport complex right now for our PE program. We hope that as we reach full enrollment, we'll be able to open this facility as an operating ice rink. We have many Canadians on staff who will be very excited about the prospect of having ice at our school. As we leave the ice rink, you can see we have yoga studios available for the students to use. Boarding students like to use these on the weekend. We have a Taekwondo practice facility. Taekwondo is a major program at our school. Here's our medical center. We have 24-hour
medical staff available to day and boarding students. Here we are at Ainsley House, one of our middle school residence houses. So you pan across, you can see the public spaces on the ground floor. The girls are packing up all their belongings to send them home for the summer. We pan up, you can see 4 floors of dormitory rooms. The girls here live in pods. Here's our head of Ainsley House. And now we'll walk back towards the academic buildings and the academic campus. You can see that we're a young school. Again, as I mentioned, the landscaping is just coming in. In a few more years, we feel like we're going to have a wonderfully green campus for the girls to enjoy. And as we return to the academic side of our campus, I just wanted to give you an example of one of the many ways that we work to try to ensure that students feel empowered at our school. These 2 students wanted to produce a piece of music for the teachers that are departing from our faculty this year. They felt so strongly. They've been practicing for several days now Rachmaninoff's Vocalise piece, and I think you'll enjoy it.